В Госдуме рассмотрели обращение Поклонской о коррупции среди депутатов и сказали, что все это фигня. Ну, понятно. Ну, я понимаю, что Наталья Поклонская ничего нормального не может выдать, но всем понятно, это истина, что депутаты там жулики и воры, или абсолютно бесполезные люди, там, которых подкармливают, ну, для того, чтобы они голосовали. И все, там других нет. Советник президента рекомендовал избавиться от долларов. Это, я так понимаю, даже не прочитал, Глазев, наверное. Да, вот сейчас вижу, что Глазев предлагает. Но я что могу сказать Сереже Глазеву? Ну, деградация, конечно, жесточайшая. На глазах Глазев у нас на глазах деградировал вообще до нуля фактически. То есть из того демократа такого сверхъестественного, который был с Говорухиным в партии ДПР, Демократическая партия России, вот, деградировал до такого вот кренделя, который рассказывает, как правильно покупать рубли и неправильно хранить доллары. Ладно.